И вместо Бандеру ставят. Ну что, фашист? Я вообще удивляюсь, как человек, у которого в жилах течет еврейская кровь, которая возглавляет государство Украины, как он может поддерживать неонацистов? Я просто не понимаю этого. Когда они уничтожали, просто понимаете, уничтожали гражданское еврейское население. Этого человека возвели в ранг национального героя и же с ним подобных, да, и теперь с этими плакатами разгуливают. Так что то, что там происходит, конечно, нас в историческом плане никогда не устроит. И когда шел переговорный процесс, в том числе в Стамбуле,